О, как асфальт размыло. А вот там ныне неработающий секретный завод «Гидроприбор» находится. И военная часть. Вчера вот мы там были, вот это мы с Ильей. Вот такая тропа ведет нас вдоль берега Черного моря. Это мы в Орджоникидзе продолжаем свой путь в бывшем Зурбагане. По-моему, неплохо.
такой садик-огородик прямо на берегу моря. Временки на диких пляжах поселка Орджоникидзе. Можно видеть, кто-то, значит, здесь. А где там зеленая ящерица? Ящерица, выходи. Через эти камни я сейчас перебрался, там такая, ну, тропинка не тропинка, но достаточно серьезная тропка. А когда лезешь, над тобой вот эти нависают утесы или камни.